Всем привет! Настало время годного контента на Ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня я снимаю одну из самых любимых моих рубрик, и ваших, в общем-то, тоже, это проверка бьюти лайфхаков. Я снимаю эту рубрику, как вы уже догадались, примерно раз в месяц, и за это время я коплю сообщения, которые вы присылаете мне в директ на Инстаграм для проверки этой самой рубрики. Сейчас я буду заходить в директ, смотреть лайфхаки, которые я уже поместила себе в сохраненные, и вместе с вами будем их проверять, что же сегодня интересного вы нам подготовили. Прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, а мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Итак, первый лайфхак. Это очень важный лайфхак. Это самый важный лайфхак из всех, которые будут здесь, и это лайфхак, который реально работает, потому что он выглядит вот так. Максимально не похоже. Это моя фотка, а это мое лицо. А это мой бьюти-бокс. Я не буду вам долго сейчас рассказывать, потому что у меня будет отдельный обзор на этот бокс. Просто давайте я покажу вам несколько вещей. И заодно расскажу вам, что и как. Номер один. Это палетка от Maybelline, палетка Nude. В ней 12 цветов. Каждый, кто будет покупать этот бокс, тот получит эту палетку. Сама эта палетка стоит в районе 1000 рублей. Я вам в дальнейшем объясню, почему я озвучиваю цены. Потом, узнаете это? Да, это та самая пудра, которую мне безумно много раз рекомендовали в Инстаграме, которую я протестировала, которая реально оказалась офигенная, и я сказала, что я хочу эту пудру видеть в своей коробке. И бам-бам-бам-бам. В моей коробке будет очень много декоративной косметики. Настолько много, что вы сможете сделать себе полноценный макияж. И еще там, конечно же, будет уход. И, как правило, там будет корейский и японский уход, потому что, как вы знаете, я фанат корейского и японского. Вот такой маленький спойлер. Там будет лежать вот такая вот тканевая масочка. Эти тканевые маски очень дорогие. В магазинах они продаются в комплекте по 500 с лишним рублей. Очень-очень крутая маска. Остальные продукты я покажу в одном из моих будущих обзоров на эту коробку, который будет непосредственно в день старта продаж, то есть 5 сентября. 5 сентября стартует продажа моего первого бьюти-бокса. Я реально хочу, чтобы эта коробка была самая лучшая коробка, потому что я действительно очень старалась для вас, чтобы вам было безумно классно ей пользоваться, чтобы вы вот когда ее брали, открывали, вам было приятно. В коробке будет от 18 предметов, и ее цена будет 2500 рублей. Кстати говоря, все вещи, которые я только что вам показала, они уже на сумму около 2000 получается. Так что, как бы, экономия здесь будет, я даже не знаю, насколько она большая, но об этом расскажу вам позднее. Надеюсь, что вам всем понравится, и вы сможете себе ее купить, потому что коробок будет очень-очень мало. А еще в моем инстаграме будет конкурс совместно с Royal Samples. Это как раз та фирма, которая помогла мне в составлении коробочки. Так что обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. И да, эту коробку в количестве 3 штук кто-то еще сможет выиграть. Так что жду вас в моем инстаграме. Приходите и следите за обновлениями. Итак, в самом первом лайфхаке при помощи консилера нам предлагается сделать себе контуринг, а потом добавить темный. Почему я на тебя не орала? Я на тебя совсем не орала. Все хорошо, все хорошо, хорошо, хорошо. Травмированным консилером на все верхнее веко наношу это средство. И им же растущевываю. И также сюда. Теперь при помощи консилера, но уже на палке, элегантно открываем. А дамочка рисует очень непонятную штуку в форме груши. Ну ок. И делает продольный разрез. Есть вещи странные, а есть вещи, как сейчас. Очень странные, то есть. Кремовым контурингом выделяем скулы, об этом я пожалела уже прямо сейчас. И почему-то половину лба только, то есть нам надо, получается, отрезать кусок. Какие-то просто развратные письмена индейцев племени майя, если вообще в племени майя были индейцы. Потому что я не очень умная, поэтому я говорю вам классные вещи. Ни в коем случае не запоминайте это, а то в школе ляпните. Потом спросите, где вы такое узнали, скажете, от Лисуньки, и вот очень плохо будет. Не надо так. Зачем-то румяшечки добавляем сюда, то есть на наши письмена. Что-то я сомневаюсь, что у меня после этого будет классное лицо. И еще хайлайтер, прям вот сюда вот и вот сюда вот. То есть у нас, чтобы получилось
получился флаг. Какого цвета у вас флаг? У меня это коричневый, розовый и хойлайтеровый, сиятельный достаточно. Ну и теперь все это месиво на лице нужно каким-то крабом растушевать. Если честно, я даже не знаю, что ожидать от этого, потому что это какая-то просто дичь. Вот в чем смысл того, что я сейчас делаю. Ладно, я не нудю, а то, знаете, я вот обнудю, и будет хорошо все, и потом будет неловкий такой момент. Поэтому тушевка. Знаете, в чем отстой? Отстой в том, что все эти текстуры уже почти высохли на моем лице. И вроде как, да, что-то там-то и растушевывается, и вроде как даже не настолько и плохо, но, блин, за счет того, что все это уже почти сухое и впиталось, получается очень странно. Вот эти вот белые синяки под глазами, потому что по-другому я не могу это назвать, они немножко смущают. Если вы думаете, что я говорю странно, то вы не думаете. То есть вы думаете правильно. Ну, вроде как нигде следов не осталось, но все это все равно какая-то странная задумка. Ничего не могу сказать про этот лайфхак, потому что я его просто не понимаю. Вот вы его понимаете, я нет. Я, конечно, не такая умная, как 99% всех, кто смотрит это видео, потому что последний процент — это мой процент. Вот, но, блин, я реально не втыкаю. Если кто-то может, объясните, помогите, пропадаю я. Короче, нет, этот лайфхак — большой знак вопроса. Вот, знак вопроса. Поехали дальше, наверное. Беру мой контуринг сухой, зачем-то беру щеточку для бровей и его теребонькую. Теребонька. А теперь набираю на кисть. А теперь, когда я набрала на кисть, я подставляю под кисть мое лицо и начинаю хлопать. Получилось пятно. Продолжаем хлопать, девочки. Плохо хлопается, надо набрать больше продукта. Продолжаем хлопки. Побьем себя по носу, главное его не сломать, а то, понимаете ли, уже не бьюти-видео будет, а экстрим. Набираем еще средства для веснушек. Жалеем о том, что в белой майке. Можно мне, пожалуйста, хоть одну веснушечку, хоть плохенькую. Ладно, моему терпению пришел конец, я возьму новую кисть, возможно, тут проблема в кисти. Собираем останки, потому что это не остатки, это именно что останки. Надеемся на то, что оплошали из-за кисти. Радуемся, что оплошали из-за кисти. Но задумка все равно люто странная. Так, нужно повторить все ровно то же самое, потому что, очевидно, вот этого вот... На скрябинга не хватило, нужно скрябать еще. Скряб. Теребонька. Набираем на кисть. И поехали. Ура, теребонька. Да блин, вы видите, я набираю полную кисть, а хватает только вот на эти три кокулины на лице. Не на глазах, не надо нам такое на глаза добро. Я вообще не понимаю, как она ее стряхивает. Тут... Теперь это импровизированное безобразие надо смахнуть с лица и надеяться на то, что все лучше, чем сейчас, потому что нет. Я останусь вот с этим на лице, чтобы напоминать вам всем, как низко мы пали. Друзья мои, эта битва была неравна. Битва с теребоньковыми чесночками. Чеснучками? Что такое чеснучки? Веснушками была совершенно проиграна. И я не знаю, кто проиграл, потому что, мне кажется, здесь в минусе все. А мы тем временем приступаем к следующему лайфхаку. Кстати, смотрите, какая у меня классная кисть. Это все. Весьма любопытный лайфхак. И нужно-то всего ничего. Всего лишь коричневый карандаш для ваших глаз и зубочистка. А где моя зубочистка? Так, и тоже продолжаем делать теребонька. Ну, пока выглядит, в принципе, так, что это сработает. Но, знаете ли, веснушки тоже так выглядели. Всего два действия. Не в бровь, а в глаз. Ну, немножко, конечно, переборщила. Давайте попытку номер два сделаем, потому что пока-то все как-то очень даже очень норм. Теребонька. Ну, в принципе, так-то я ожидала худшего. Но не скажу, что это самое удобное нанесение карандаша на брови в моей жизни. И вообще не очень понимаю проблемы. Если чисто теоретически у тебя есть карандаш для глаз коричневый, и у тебя есть зубочистка, зачем тебе их совмещать? Я, конечно, понимаю, что I have an pen, I have a toothpick, я не знаю, но как бы зачем? Ведь, наверное, можно сделать так и не париться, но нет, это слишком просто. Закончу с этой бровью, постараюсь ее все-таки дотеребонькать до чего-то более неприличного. И в чем смысл? Потому что прямые сделать их, но ты тут прямые их никак не сделаешь, а вот занозу посадишь, буду нудить. На это было потрачено много нервов, слез, сил, на это ничего не было потрачено. Давайте обе растушуем брови и как-то перейдем к следующему лайфхаку, потому что что-то сегодня день не задался.
издевательство над здравым смыслом продолжается. Кстати, посмотрите, какая у меня кисточка. Теперь я буду наносить консилер на консилер, который уже есть на моем веке, чтобы потом нарисовать стрелку. Уже страшно, мне тоже. Так, наносим консилер для начала на кисть. И теперь рисуем этим кисть. Стрелку. Так, ну на этапе консилера я, в общем-то, должна не облажаться и нарисовать норм стрелку. Так, и на теперь вот это вот. При помощи плоской кисти, надо найти ее для начала, нарисовать уже стрелку. По сути, получается такой трафарет для совсем криворуких, прям как я. Блин, консилер на консилер, конечно, этот стой полный, но смотрите, цвет-то хорошо передается и в целом неплохо пока что. Вообще-то я в шоке, если честно. Во-первых, тени вообще не осыпаются. Во-вторых, вы видите, насколько насыщенный получается цвет. И в-третьих, если это будет реально так же носиться и так же хорошо выглядеть и не осыпаться, то наконец-то мы с вами нашли реально клевый лайфхак, который работает. И даже, скажу так, вот не натренированному человеку в таких нехитрых делах даже мне было, в принципе, норм. Хотя обычно мне совсем тяжело. Вот, смотрите, эту стрелочку. Реально очень милая, маленькая, тоненькая стрелочка получилась. Такая прям, мне нравится. Так, следующий лайфхак. Для этого понадобится степлер, поэтому... А теперь мы просто берем скобочку и отковыриваем ее. Степлеринка. Теперь ее нужно разжать, чтобы потом ее обернуть вокруг карандаша или кисти. Она постоянно падает. Вот маленькая гадкая скрепочка. Теперь мы ее вокруг оборачиваем. Так у меня получился не круг, а какая-то трапеция, ромб. Видимо, нужна кисть поплотнее, побольше. Это слишком маленькая. Хорошо, у меня есть побольше, знаете ли. У меня размеров много разных. И... Ну да, она, конечно, не круглая, а какая-то изнасилованно круглая, но пофиг, лайфхак все равно, будет или работать, или нет. Поэтому давайте впихнем ее, ну, в нос опасно, если я это проглочу, продышу, будет жесть. Поэтому давайте попробуем в бровь, потому что та бабонька в бровь тоже делала. Господи, сейчас главное не проколоть себе бровь. Это адски тупо. Хорошо, ладно. Не, ну тут нельзя ничего сказать, эта фигня работает, только вот она у меня совсем не круглая, такая квадратная. Но в целом, если хочешь быть такой, типа, дерзкой бэч в своем пятом Б, то вот, пожалуйста, тебе классный вариант, удобный. И следующий лайфхак, на который я воскладываю просто офигительные надежды, потому что это, к примеру, какой-то очередной азиатский лайфхак, это по созданию градиентных губ. Пока что мы это великолепие снимем, но только на время. Выглядит все очень просто, но только вместо черного цвета я буду использовать сиреневый, потом буду делать из него градиент розовый. Так, это внезапно, но оно даже растушевывается. Я не знала, что это будет настолько активно работать, поэтому мало сделала средств, сейчас добавлю еще. Теперь добавляем розовый. И тоже растушевываем. Если честно, то это очень офигенно. Я еще не закончила делать губы по тому принципу, как было там, но мне очень нравится сам процесс, потому что это оказалось очень приятно, и это реально работает. Просто посмотрите на эту градиент поближе. Я, конечно, выбрала не супер контрастные цвета, но даже так видно, что он как бы есть, и он очень-очень-очень на самом деле легко достигается. Ну, и этот лайфхак мне, объективно говоря, тоже очень понравился. Конечно, совсем не подходит к этому макияжу, хотя я сомневаюсь, что к этому макияжу может подходить хоть что-нибудь. Но в целом, сам по себе, он прям реально классный. Смотрите губы поближе. Видите, прям очень красиво получилось. Поэтому что ж, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, лойсы, классики, пальцы вверх, как угодно. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, я вас очень сильно там жду. Потому что именно там мы с вами проводим все самые-самые-самые активити. Всем спасибо за просмотр и всем пока. И не забудьте написать, какой лайфхак вам понравился больше всего, а какой понравился меньше всего. Пока.